Почти половина бизнеса в Атырауской области приходится на долю женщин. На заре становления независимости страны женское предпринимательство больше развивалось в сфере услуг. А сегодня бизнес-вумен реализует серьезные производственные проекты и руководят крупными предприятиями. Каждый год самые успешные представительницы делового мира собираются на региональном форуме. Алия Бекужеева – одна из самых успешных деловых женщин нефтяного региона. Свой бизнес она начала строить более 20 лет назад. Сегодня дом быта, которым она руководит, оказывает 16 видов услуг. Здесь работают около 200 человек. Кроме бизнеса, женщина активно занята и в общественной жизни региона. Мы же наряду с мужчинами руководим заводами, строим заводы, производим строительные материалы, строительством занимаемся, выращиваем урожай, скот и так далее, фермерское хозяйство. Поэтому нам просто нужна поддержка, как всегда. Если для мужчин бизнес – это в первую очередь деньги, то для женщин это важный шаг в плане самореализации. Строя бизнес, она чувствует, что приносит пользу своей семье, а значит и обществу в целом. Ирина Нейборт решила открыть свое дело в прошлом году. Занялась тем, что умеет лучше всего. Начала шить одежду. Сегодня ее бренд набирает все большую популярность. Всем женщинам, которые хотят открыть свой бизнес, я хотела бы пожелать это, во-первых, не бояться открывать то, к чему лежит душа. То, что они хорошо умеют делать, это во-первых. И идти только вперед. Потому что тот, кто делает, он всегда добьется того, чего хочет. И всегда, всегда на их пути попадутся те люди, которые захотят им помогать. Нынешний форум вновь собрал в одном зале самых успешных бизнес-вумен со всего региона. Среди них и те, кто из малого и среднего бизнеса уже вышел на уровень крупного производства и справляется с ним наравне с мужчинами. Многие приехали из отдаленных районов. В нашем районе зарегистрировано 700 женщин-предпринимателей. Кроме сферы услуг, они активно занимаются производством. Это строительные материалы, добыча соли и гипса, крупные фермерские хозяйства. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе уже давно перевалило за 40 тысяч. Половину из них возглавляют именно женщины, которые своим ежедневным трудом вносят ощутимый и весомый вклад не только в развитие женского предпринимательства в области, но и в развитие отечественной экономики. Талгат Кюглов, Тимирлан Султангазиев, Атырау, 24 КЗ.